Гості 9 каналу – Томас Брунер і Микола Демченко. Друзі філармонії. Причому не прості, а майже офіційні. Що це означає? Зараз дізнаємося з перших уст. Добрий вечір. Добрий вечір. Томас, ви приїхали із Австрії порядка 10 років назад в Україну. І здесь остались. От, з якими мислями, з якими ідеями і чому? Вот, я приехал в Украину по работе еще 10 лет назад. И осенью этого года мы с женой, которая с Днепра, переехали в Днепропетровск. Мы большие любители классической музыки, посещали концерт в филармонии. И я понял две вещи. Мне музыка очень понравилась. Я понял, что хороший концерт, хороший дирижер. Но я разочаровался о состоянии самой филармонии. Почему? Потому что у нас в Австрии, как сказать, классическая музыка имеет большой статус, и для нас это торжественное событие, и люди туда не только ходят, чтобы там слушать классическую музыку, и это тоже как социальный ивент, где интеллектуальное общество встречается, общается, наслаждается классической музыкой. Ну и потом была идея, в Европе существует вообще такой формат общества друзей, филармонии, культуры, такое общество в Днепре создавать. И я связался с дирижером и с директором филармонии и просто спросил, как можно помочь. Рассказал этой концепции, как она в Австрии работает, и что люди просто добровольно собираются, вместе вкладывается в какие-то там проекты и является друзьями в таком контексте, что они, как сказать, как друзья рядом, как-то нужен помощь, они поддерживают, они лоббируют интересы классической музыки. И вот такое общество, была такая идея, мы с Николаем потом пару месяцев думали о этой идее и в конце февраля решили воплотить это все в жизнь. Да. Вы как соорганизатор, Николай, давайте послушаем украинскую версию. Моя версия, я думаю, осознаю, мы вместе учились в Кемогрянской бизнес-школе, мы выпускники этой академии, и с Томасом в ноябре, по-моему, первый раз мы заговорили об этом проекте. У меня уже есть опыт здесь в области, мы помогаем там домам культуры, был проект, и вот, в принципе, Томас пришел с такой идеей и сказал, давай попробуем это сделать. И буквально за 2 месяца Томас, как инициатор, лидер проекта, стартанул. Мы объединили усилия и запустили в конце февраля этот проект. Давайте говорить тогда о планах. То есть, вот, скажем так, на 2018, самое ближайшее. То есть, что планируете сделать? То есть, первая цель – это у нас собрать это общество, что у нас там где-то в районе там 100-200 членов были. То есть это будут такие люди, которые поддерживают классическую музыку, которые получают такое же удовольствие от слушания классической музыки, как и мы, и разработают всякие концепции, как можно начинать какой-то дизайнерский ремонт в самом внутри здания, чтобы, как сказать, потом те люди, которые решают такие вопросы по ремонту или по нашей инициативе, уже сделать такую атмосферу, которая просто больше как сказать, дошественно и больше, ну, как сказать, приближает к музыке. Потому что на данном этапе там не хватает даже простые вещи, что, как сказать, в любом концерте там должен быть тоже какой-то бар, должен быть, ну... То есть человек идет отдыхать и должен получить весь спектр удовольствия, на самом деле. Этого нет. Да. Давайте поговорим об органах местного самоуправления. То есть вот какая-то поддержка или... Да ладно, ребята, давайте занимайтесь, а мы посмотрим, что получится. Что как, помогают? Мы общаемся. То есть наша цель в том, как-то все усилия вместе вкладывать в реализацию такого проекта. Потому что я тоже понимаю, что политика не всем может заниматься. То есть тут именно тоже смысл общества в том, что люди берут тоже на себя инициативу, какую-то ответственность, и будут продвигать и отставают какие-то интересы. Мы сейчас там общаемся. И... Ну, есть парадокс. Филармония находится в Днепре, а стоит на балансе области, областного совета. И руководство области понимает важность и необходимость поддержания филармонии. Есть уже в этом году выделяют какое-то финансирование на
технические, ремонтные какие-то работы, поддержание их. И ну, важно теперь показать, во что в первую очередь необходимо эти деньги вкладывать. Чтобы... А не могу не спросить, а выгоднее на чем балансе, чтобы оно было? На областном или все-таки ну, смотрите, отдать областному центру? Бюджет области 18 миллиардов гривен и бюджет города 13. С точки зрения баланса, то бюджет, наверное, больше в городе, и, может быть, тогда каких-то проектов можно сделать больше в городе, потому что оно является ну, частью ансамбля хотя бы архитектурного городского. И, может быть, когда там у лидера города появится общая картинка понимания того, что филармония, музыка является частью города. А в области уже в домах культуры могут появляться кружки там, детской музыки, классической, и это уже будет как часть чего-то большего. Томас, ну вот вы общаетесь с коллегами из Австрии, из других стран, и вот когда рассказываете эту ситуацию, то есть, наверное, у людей волосы дыбом, они не понимают, как это вообще возможно. С одной стороны, не понимают, с другой стороны, понимают, что в Украине там немножко другие задачи сейчас, как государство. Но то, что мне важно подчеркнуть, это то, что когда мы говорим о классической музыке, мы говорим о целом спектре образования. И сегодня поддерживать такой хороший концерт оркестра, это означает, что в этом городе хорошие учителя по музыке. И мы знаем, что времена по работе даже меняются. То есть, искусственный интеллект, все эти моменты, говорится о том, что то, что компьютеры точно не могут заменить, это творчество, это в том числе музыки. И в этом плане мы тут говорим о будущем того же самого города, потому что классическая музыка, она в Австрии, она создает те платформы, где люди общаются, то есть люди разных мнений, но именно музыка их соединяет, создает эта атмосфера общения, и они находят решение. И общение в этом плане очень важно. Но если говорить о жителях мегаполиса под названием Днепро, вот насколько ну, мы готовы к классической музыке, насколько вот у нас уровень интеллекта хватает для того, чтобы... Ну, давайте представим себе, у нас появится 5 филармоний, но будут ли туда ходить? И причем с максимально нафаршированными во всех вопросах. То есть тут досуг, тут приезжают известные люди, оркестры. Ну, пойдут ли люди? То есть готово ли общество? Я думаю, да. Я даже уверен. Потому что я уже там больше 10 лет в Украине. И возьмем, например, пример с другой области. Напитки алкогольные, да? Да. Я помню, что 10 лет назад пиво так себе было популярно, а вино вообще не особо было популярно. И если какое-то вино, тогда это было сладкое вино. Ну, я вам скажу, почему. Извините, да, что прерву. У нас на самом деле нет настоящего практически вина. У нас одна порошковая. Да, но я то, что, например, по Киеву, по Днепру, по ресторанам могу сказать, они появились. Даже если это просто импортные. И они появились в достаточно больших масштабах. И это говорит о том, люди, как сказать, учились к этой культуре. И по классической музыке там была эта традиция тоже, ну, большие, как сказать, музыканты тут выступали, и то, что все эти страны есть, тоже свидетельство о истории, что это все было. То есть это не потеряно. Мы тут не говорим, что тут мы находимся в какой-то пустыне музыкальной культуры и сейчас с нуля что-то строим. Мы говорим, наоборот, о том, что формат, упаковка надо немножко менять, чтобы опять стало как-то так привлекательно, как было раньше. Давайте поговорим о тех, кого в ближайшее время планируете, скажем так, расширить свой формат, кого привлечь. Мы хотим сделать упор на бизнес, на живой бизнес, на бизнесменов, которые присутствуют в нашем городе. И ну, будучи с Томасом, с бизнесменами точно такими же, стоит вечером тоже проблема, куда пойти, где можно провести культурное время. Да. Помимо ну, стандартных пакетов, вот мы в прошлую пятницу с друзьями пошли и отметили день рождения филармонии на концерте классической музыки. Без драки? Без драки, да. И тут очень важная связь есть, что для директоров, для собственников компании посещение филармонии – это посещение какого-то культурного мероприятия. А культура и искусство, оно расширяет воображение. Расширение воображения приводит неизбежно к тому, что тебе необходимо пересматривать стратегию компании.
А стратегия компании, пересмотр ведет в любом случае к увеличению прибыли. То есть, ходя в филармонию, посещая культурные мероприятия, выставки, бессознательно прибыль компании увеличивается. Поэтому первый упор идет на то, чтобы поднять экономический потенциал через, в том числе через культуру, через филармонию. Что скажете по поводу того, чтобы, ну, кроме бизнеса, безусловно, начинать с детворы? Чем раньше они начинают приобщаться к чему-то хорошему, тем меньше преступлений на улицах. Ну, обычно так говорят. Что скажете? Ну, я скажу вам пример с Австрии. Я с австрийского Днепра, город Линц. Она тоже город промышленный, металлургия и так далее. Она где-то 40 лет назад была и по экологии похожа на Днепр. То есть были проблемы с экологией и так далее. А потом строили на берегу Дуная концертный холл именно Антона Брукнера, нашего местного там известного композитора. И, как ни удивительно, город через это начинал меняться, потому что эта музыка для этого промышленного города стала новым символом каких-то изменений. Люди начинали по-другому общаться друг с другом. И через 15 лет город стал уже очень чистым по экологии. Через 20 лет строили там опенный театр, а сейчас 40 лет спустя у нас есть и галереи огромные, несколько концертных холлов. То есть город процветает. И почему это еще важно по бизнесменам, то, что Николай сказал. Если у вас хорошие, сильные кадры хотите, недостаточно хорошая зарплата, потому что они своей семьей тоже должны там жить. А если вы ничего не можете предлагать как город, куда ходить, как провести время, как перезагружаться, как расширять свои соображения, ну тогда... То есть, интеллектуальный рост подразумевает в том числе и отдых семейный, да, в правильном, да, направлении. Да. И я думаю, то, что я ощущал, много людей хотят идти в концерты и хотят определенной атмосферы. То, что, к сожалению, сейчас не совсем так есть. И мы хотим эти условия вместе с друзьями, с властями создавать, чтобы, как сказать, и хорошая классическая музыка можно и слушать чуть не каждый выходный в Днепре, и не надо специально лететь там в Европу. Давайте тогда еще поговорим о другой части населения Днепра, то есть для кого, собственно говоря, эта музыка и создается, то есть потенциальный слушатель, но он простой, у него денег нет. Возможно, у него денег нет на большой, дорогой билет в партере, но тем не менее он готов прийти, помочь там, побелить, покрасить, я не знаю, ну то есть все что угодно. Как вот таким людям, куда идти, куда стучать, куда обращаться? Да, у нас за эти полтора месяца мы же там создали это общество, у нас там есть координатор, который профессионально этим всем занимается, то есть нас можно найти на Фейсбуке, например, и люди, которые этим интересуются, мы их как минимум слушаем, мы ищем, как сказать, как друзей, те люди, которые хотят помочь. То есть и в том плане обязательно тоже с такими людьми общаемся, потому что, ну, музыка, она не ограничена не имеет доходом. Границ. Да, не, да, не имеет, да, границ. Это универсальный язык. Ну, коль вы сказали о Фейсбуке, то есть как находить? Это какая-то страничка специальная? Так и называется «Друзья филармонии». Да. «Друзья филармонии». Да, «Друзья филармонии» — это неправда. Ну, тогда обращайтесь ко всем друзьям, которые по ту сторону экрана, для того, чтобы долучалось до доброй славы. 21 мая у нас будет второй благотворительный концерт на поддержку общества, на поддержку филармонии. Друзья, записывайтесь, находите в Фейсбуке, стучитесь в друзья и добавляйтесь, и поддерживайте филармонию посещением, в том числе в свободное время. И 21 мая мы вас ждем на нашем мероприятии, на вечере, посвященному поддержке филармонии. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях були Томас Брунер, ініціатор та засновник проєкту «Друзі філармонії», та Микола Демченко, співорганізатор цього проєкту.